Я была в самом первом проекте. Мы были, так скажем, ну, если совсем грубо сказать, подопытными кроликами. У меня это тоже плохо дается, в смысле, что я на тебе буду виснуть, меня будет так вот мотать, как колбасу. Ой, мама! Я хочу выразить огромную благодарность, конечно, Илюше, который меня позвал, который меня начал учить. И, конечно, Леше, потому что мне в первом проекте колоссально повезло с партнером. А потом, когда меня позвали снова, я была уверена, что буду кататься с Тихоном. А Илья отвечал уклончиво. Могу сказать, что мне снова очень повезло. Спойлосом мне сделали, по-моему, энное количество прекрасных каких-то этюдов, историй на льду, которые, во всяком случае, нам приносили огромную радость. Это точно. Да. Просто если бы мы просто катались, только слышали бы эти овации, да, которые в зале раздаются. То мы были бы группой сумасшедших. Нет. А поскольку мы это все делаем для вас, чувствуем вашу отдачу, понимаем, что мы не сумасшедшие, мы не зря собрались и вот вкладываем столько сил, времени, энергии. Значит, это не зря. Спасибо вам. Нелепо, смешно, безрассудно, безумно. Наше творчество, наше искусство, которым мы делимся здесь, в ледниковом периоде, она делает людей более счастливыми, заставляет переживать. То есть это так красиво, что вот такая вот счастливая доля художников нам выпала, которые еще при жизни имеют возможность услышать восхищение тех, кто смотрит на эти на их картины. Аня и Повелос – одни из претендентов на победу в этом ледниковом периоде. Сегодня танцуют под музыку Рене Обри «A la vie, à la mort». Thank you.
самое главное впечатление от этого танца. Как бережно, как подчеркнуто нежно весь номер, весь прокат Повелос опекал Анну. Только чтобы ей было удобно, комфортно, чтобы она чувствовала больше уверенности при выполнении технических элементов. Мне кажется, что это чемпионское катание. Да, мы узнаем имя победителей только в конце сегодняшнего вечера. Но все наши соискатели, все, кто входит в лидирующую группу, да вообще все пары проекта «Ледниковый период» показывают необыкновенное мастерство сегодня. Ну, молодец. Браво. Просто браво. Просто браво. Ничего не могу сказать. И никакого реквизита. И не надо ничего. Молодцы, молодцы. Просто, ничего, да? Просто. Но мне очень, очень, очень. Анна Большого Повелос Ванагас, оценки за технику. 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Оценки за технику. Отлично. 6-0. Ингеборга. Знаете, мне посчастливилось с Аней начинать в именно этом проекте вместе. Я не совру, Аня еле стояла на коньках. И поверить в то, что она делает сейчас... Практически невозможно. Это магия. Слов нет. Магия. Действительно магия, Татьяна Анатольевна. Я сегодня увидела не только какое-то ассоциативное катание. Я вообще боялась опустить глаза. Я боялась что-то пропустить. Они меня полностью отсюда забрали. И это настоящее искусство, то, что делают они оба. Я просто поражена, потрясена, что в конце проекта я вижу такие творческие, такие глубокие номера, которые могут кататься абсолютно, выступать на любых сценах, в любых городах мира. И они будут абсолютно поняты. Большое вам спасибо. Я в восторге. Мы тоже в восторге, Татьяна Анатольевна. Скажите мне, что вам дал этот проект? Знаете, мы сейчас с Повелосом, когда вышли вот на лед, и уже вот перед тем, как занять начальную мизансцену, мы... Так, обменялись словами, что давай, вот это уже вот сейчас заключительная передача, это вот наш заключительный прокат, вот, вот как будет, так будет, в свое удовольствие. И я хочу сказать огромное спасибо, что меня сюда пригласили. Я очень благодарна, что мы оказались в паре, потому что мы умудрились вместе с Сашей, с Ильей, с Леной, с Игорем создать действительно какие-то еще новые истории, которые нам самим доставляли огромное удовольствие. И я счастлива, что они еще и зрителям тоже приносили какую-то радость. Спасибо вам всем огромное за все теплые слова, которые вы нам говорили. Повелос, очень хочется, чтобы ты сейчас, обворожительно улыбнувшись в экран, поздравил страну с наступающим Новым годом. Я сделаю это с преогромным удовольствием. Пожелаю всем мира на душе, как можно более счастливого наступающего 2010 или 2010-го. И Бог вам всем в помощь.